Здравствуйте, на РБК «Региональные новости». Мы вещаем из отеля «Кран Плаза Уфа» в студии Маргарита Гафарова. 250 миллионов рублей могут выделить на создание технопарка высоких технологий IQ-парк. Субсидию власти Башкортостана направят исполнителю проекта Республиканскому информационно-издательскому центру «Деловая литература». Следует из проекта распоряжения на сайте Госкомитета по предпринимательству. Ведомство совместно с Министерством финансов региона должно будет определить источники финансирования, а также проконтролировать целевое и эффективное использование субсидии. Напомню, технопарк разместится в пустующем здании на улице Закивали, которые начали строить 10 лет назад, но так и не сдали в эксплуатацию. В 2018 году республика выкупила часть помещений у фонда жилищного строительства за 966 миллионов рублей. Столько же заплатили за оставшиеся площади частному собственнику. Технопарк станет ключевой площадкой региона для развития инновационных проектов. Там разместят конгресс-центр, креативное пространство для неформального общения, локации для инновационных сервисов, конференц-зал, медиа-студию, эко-школу, деловой клуб и многое другое. Главгосэкспертиза одобрила масштабный проект по реконструкции и реставрации Уфимского государственного цирка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Проект подготовило архитектурное бюро А4. Специалисты предусмотрели замену кровли и металлических витражей с сохранением рисунков на них. Фасад здания утеплят, а конструкции балкона отреставрируют. На стены здания планируется нанести декоративное покрытие на основе слюды и молотого кварца. Обновят и интерьеры, полностью заменив внутреннюю отделку, включая бортики манежа. В зрительном зале будут использованы современные акустические материалы. После завершения работ цирк вместит 1600 зрителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых оборудуют специальные места. Реконструкция и реставрация Уфимского цирка финансируется из федерального бюджета. В январе 2021 года Росгосцирком в Министерство культуры Российской Федерации подана заявка на включение Уфимского государственного цирка в федеральную адресно-инвестиционную программу 2022-2025 года. На текущую дату информации о том, включили ли нас в программу в ПАИП, нет. Реконструкция, подана заявка на 2022-2024 год. Если выделяют денежные средства, то работа по реконструкции должна начаться в 2022 году. Напомню, минимальная стоимость работ ранее оценивалась в 1,5 миллиарда рублей. Обновленный комплекс планируется сдать к юбилейной дате, к 450-летию Уфы в 2024 году. Построенное в 1968 году здание Уфимского госцирка является объектом культурного наследия регионального значения. В 2017 году его признали небезопасным и закрыли на неопределенный срок. В Башкортостане планируется провести клинические исследования одной из разновидностей препарата COVID-глобулин, разработанного компанией «Микроген». Проверять эффективность и безопасность лекарства на базе одного из региональных COVID-госпиталей будет клиника Башкирского государственного медицинского университета. В республике в рамках третьей фазы исследований препарат планируется вести 30 пациентам в дополнение к стандартной терапии. Лекарство предназначено для лечения больных коронавирусом с тяжелой формой течения инфекции. Исследования начнутся в ближайшие время и должны завершиться до конца 2021 года. Всего по стране, согласно данным платформы CleanLine, это единый реестр российских клинических исследований, в них примут участие 460 человек. Исследования пройдут в 21 больнице в Москве, Екатеринбурге, Жуковском, Казани, Краснодаре, Оренбурге, Ярославле, а также Санкт-Петербурге, Самаре, Смоленске и Рязани. Башкортостан оказался на 14-м месте по зеленым инициативам из 27 возможных. Рейтинг открытости регионов России к зеленому курсу составили эксперты российского отделения Greenpeace. В республике экологи отметили 4 перспективные инициативы по снижению углеродного следа на транспорте, в энергетике, в сфере обращения с отходами, инвентаризации выбросов парниковых газов. Из негативных моментов эксперты назвали одно так называемое ложное решение – это переход на газомоторное топливо.
Ложное решение – это технология или подход, который нельзя назвать экологически дружественным или климатически нейтральным. Так вот, ископаемый газ – это ископаемое топливо. Его сжигание также приводит к изменению климата, к выбросам парниковых газов. И есть технологии лучше – электрический общественный транспорт. Здесь можно ориентироваться, например, города Москвы, третье место в нашем рейтинге, в том числе за счет того, что город планирует полностью перейти на электробусы в общественном транспорте. Лучше всего с зелеными инициативами дела обстоят на Сахалине, считают эксперты Greenpeace. Там власти решили к 2025 году полностью избавиться от парниковых выбросов. На втором месте оказались Хабаровский край и Ленинградская область, где власти применяют меры по сокращению образования отходов и поддерживают использование товаров из вторсырья для региональных и муниципальных нужд. Хуже всего зеленые инициативы внедряют в Тверской, Воронежской, Ростовской, Амурской, Пензенской областях и Адыгее. При этом эксперты отметили, на практике ни один регион России в своей деятельности пока не сделал все, что необходимо для стабилизации климата и достижения углеродной нейтральности. Поэтому цели рейтинга заключаются в нахождении потенциальных возможностей для регионов. Морковь в республике продолжает дешеветь. Стоимость опустилась еще на 15% и за килограмм в среднем составила 60 рублей против 70 рублей на прошлой неделе. Зато подорожало печенье на 3,5%. Данные по итогам еженедельного мониторинга цен опубликовали специалисты Башстата. Стали доступнее и другие овощи. Так, свежие огурцы подешевели почти на 10%, а помидоры на 12%. Килограмм картофеля в среднем стоит 37 рублей, снижение на 6%. Немного опустилась цена на куриные яйца – десяток обойдется в 54 рубля. По прежней стоимости продаются сметана и баранина. Это 212 и 473 рубля за килограмм продукта. Подорожали сухие молочные смеси, фруктовые, ягодные и мясные консервы для детского питания от 1,5 до 2,7%. На 2% поднялась цена на репчатый лук, на 1,5% на молоко. Ну и напомню, ранее в Минторге республики прогнозировали снижение цен на овощи с появлением на прилавках свежего урожая. Кроме того, с начала августа будут проводиться более 300 сельскохозяйственных ярмарок, которые также должны помочь сдержать рост стоимости борщевого набора. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро дешевеют. Американец снизился на 9 копеек, курс 72 рубля 79 копеек. Евро минусует 15 копеек, курс 86,41. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка и продажа доллара в банке Финам по 72,99 и 73,34 соответственно. А наиболее выгодный курс покупки евро в Солидбанке за 86 рублей 35 копеек. И продажа евро в банке Финам по 86 рублей 79 копеек. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.